Всем привет и добро пожаловать на канал Соколов Плей. И сегодня будет очередной выпуск, а по счету он третий. Ловлю удачу на крючок. Провожу его я, естественно же, больше никто. Ну что ж, давайте посмотрим. Персонаж у меня отрабатывает столько же времени, сколько и в прошлый раз. Поэтому я его поставил пораньше, чтобы придя с работы, можно было сразу открыть. Инвентарь, как видите, достаточно свободный, и уйдет вот так все. Поехали. Все при вас. Да, первые дни все-таки после отпуска работать это нечто, конечно. Да и самое смешное, вроде бы солнце греет, а снег. И нашу погоду не понять, конечно. Так, приближаемся к половине. 407 сундуков получилось. 407, и по опыту я сейчас скажу. Так. Так, по опыту вышло куда-то вроде получше. Сейчас посмотрим. Да не особо на самом деле. 0.58 поднял. Ну, 58%. 407 сундуков. Ну, это так, для себя пишу пока. Ну, давай. Открывайся. Из которых мы получим 407 монет, само собой. И. Так. А сундучков-то сколько, интересно? Я не считал, честно говоря, отвлекаюсь пока. Все. Раз, два, три. Погнали. Итого 407 монет и 37. Фу-фу, вы издеваетесь. Для примера 29, 30. Да. Самый лучший результат, что я могу сказать. Самый лучший. Что ж, давайте переношу на панель следующего. Тут подтянем, чтобы видно было. Переносим этот момент. Делаем вот так. Погнали. Это издевательство, ребят. Это, мать его, издевательство. Ох ты! Есть. Камень ветра. И все. Так. Раз. Ой. На этот раз выпало меньше. Виниры. Сразу преобразуем, нахрен бы они сдались. Место занимать. Погнали. Подожди. Да. Вот. Третий, четвертый бинир и седьмой бинир. Дальше. 5 зелий удачи. Благословление доспех R. 3 штуки, фигня. 2 эльсиума, классика жанра, блин. Руна Евы 3 дня. Ну, это радует хотя бы. Так. Настойка с душой Тараса 40 штук осколков. 60 эргемов. Мафор 6. Сундук производства Айдилса. Давайте откроем. Угу. Кожаные сапоги. Штаны магические Айдилса. И... Что, опять что ли? А, это ботинки. Фигня. Седьмой бинир говорил. Элитный сундук с оружием Покала.
Что это? Арбалет. Как шикарно. 40 бутылок Новолакоса, осколков точнее. И звездногатион, и один ветром. Давайте откроем. Хоть бы рак или телец. Рак. Ха-ха! Заебись. У меня других слов нету, ребят. Я это искал танку. Это танк очень искал. Ляпута. Хотя бы радостная весть. Ну что ж, вот такая вот открытие получилось. Что хочется сказать? Ну, вроде бы в целом минус, но для себя хотя бы нашел плюшку, которая даст мне небольшой плюс к бусту. Что не может не порадовать. А так, честно говоря, полнейшая фигня. Что ж, а с вами был Дмитрий. Увидимся. До следующих встреч. Пока-пока.